Друзья, всем привет! Вы на канале «Лимончики на балкончике». Сегодня мы с вами будем дегустировать лайм. Лайм Лавалетте и лайм Таити. Вот такие вот у нас 4 лаймика. Вот это лайм Лавалетте. Вот они. Один мы обрежем. Вот этот у него желтый бочок. А этот пока оставим зреть. И лайм Таити. Вот. Вот видите, он уже желтеет. Тоже один обрежем, а один оставим. Лайм Таити. Вот. Сейчас попробуем его открутить. Вот этот плодик. Вот так вот. Вот. Вот такой вот он. Красивый. Один. Уже спелый. И второй. Лайм Таити. Пусть повисит. И лайм Лавалетте. Вот их два. Вот этот мы сейчас у него, вот видите, салатный бачок тоже открутим. Вот так. Лайм Лавалетте. Вот. И сейчас их сравним. Вот они. Друзья, смотрите. Лайм Таити и лайм Лавалетте. Вот они. Вот этот Таити, он поменьше. Вот этот лайм Лавалетте, он побольше. И тот и другой приобретает такой интересный салатовый оттеночек. Вот. Ну, сейчас мы их разрежем, взвесим, попробуем по вкусу и определимся, какой же из них вкуснее. Либо они у нас оба вкусные. Ну вот, друзья, наш урожай. Решила я все-таки снять и остальные два лайма. Вот у нас получился наш урожай. Вот это вот лайм Таити, а вот это лайм Лавалетте. Видите, они отличаются. Они отличаются по размеру и по структуре кожуры. Лайм Таити, он такой прям гладенький, а лайм Лавалетте, он такой немножко бугристый. Сейчас мы их взвесим, посмотрим, сколько они по весу. Наши весы. Так, лайм Таити. 66 грамм. Один. И второй 69,94. Ну, 70 грамм. Лайм Лавалетте. 101 грамм. И второй лайм Лавалетте. 107 грамм. Ну вот, сейчас мы будем их пробовать, дегустировать. Первый разрежем лайм Таити. Вот. Лайм Таити. Сейчас я попробую. Кислый. Я бы сказала, обычный магазинный лайм. Правда. Вот это лайм Таити. И лайм Лавалетте. Вот лайм Лавалетте. Они, в принципе, ну, немножко отличаются. Вот по кожурке. Таити как-то потолще. Таити потоньше кожурка. Лавалетте потолще кожурка. Ну, сейчас попробуем. Лавалетте кислее. Значительно кислее, поскольку я люблю кислое.
Лавалеты мне вкуснее. Лавалеты вкуснее, ароматнее и кислее для меня. Вот это Таити, вот это лавалеты. По запаху Таити, ну, как обычно, знаете, вот продается лайм в магазине. Лавалеты нет, однозначно. Какие-то другие у него есть нотки. Какие-то, не знаю, другие, абсолютно другие нотки. Даже как-то, может, мейеровские, что ли, оттеночки. Ну, для меня показалось, что лавалеты интереснее. Вот. Вот такой вот наш урожайчик. Вот такие наши два лайма. Раздался сразу такой лаймовый аромат. Лаймовый микст. Очень они сочные. Сок вон на тарелочке. Очень такие красивые, яркие, вкусные. Но все равно лавалета для меня показался ароматнее, чем Таити. А Таити обычный классический лайм, который продают у нас в супермаркетах больших. Но домашние лаймы – самые вкусные лаймы. Ну вот, друзья, наш вот такой вот получился красивый и вкусный урожай. Вот такая красота выросла у нас на балконе. Свой лайм я подрезала. И, наверное, все-таки сделаю еще несколько прививочек лайма лавалета в крону своему лайму. Потому что лайм лавалета мне по вкусу пришелся лучше. Таити и лавалеты. Ну а пока всем пока-пока.